Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Chevrolet Aveo T300 2014 года выпуска. Объем двигателя 1.6, F16D4. Крышка и маслозаливная горловина чистые. Нагара и эмульсии нет. Масло чистое. Замер компрессии двигателя. Первый цилиндр. Тринадцать килограмм. Второй цилиндр. 13 килограмм. Третий цилиндр. 13,5 килограмм. Четвертый цилиндр. 14 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигатель нет.